Здорово. Вы когда-нибудь видели соревнования по велокроссу, как вот в этом видео? Но то, что произойдет дальше, делает эту гонку, как бы так сказать, не такой, как все. Но сначала я устрою небольшой тест. Так что же сейчас произойдет? Вариант номер один. На трассу выбежит голый мужик. Вариант номер два. Велосипедист упадет, а велик продолжит гонку без него. И вариант номер три. Одним из гонщиков окажется парень в костюме Бэтмена. И вот правильный ответ. Да. Я не могу объяснить, как это произошло, но это пиздец. Велосипед не просто проехал пару метров и упал, так он еще вошел в поворот и преодолел два препятствия. Меня очень веселит, как парень бросается за ним в погоню. Жаль, что мы не увидели, как продолжилась гонка. Может, он даже выиграл? А что такого? Да! Я нашел объяснение этой ситуации. Просто это совершенно новая модель велосипеда с автопилотом. Турбобайк Мега 3000 FX Pro Limited 512 мегабайт. С такими способностями мне только название для видеокарт придумывать. Сегодня у нас получается день коротких видео, потому что следующее видео идет всего лишь несколько секунд, но не того стоит. Да, я сниму высоту. Ну нахуй. Вот на эту крышу ты прыгаешь. Да. Так. Что, готов? Да. Прямиком в ад нахуй. А парень даже и не подозревал, что у него на мече нужен сатаной. Да не, он живой остался. Еще интересный момент находится в самом конце видео, когда парень какое-то время снимает дыру, сделанную своим другом, в надежде, что он оттуда сейчас вылезет. Санёк, ну давай вылазь, не смешно уже нихуя. Ну и напоследок. Это видео тоже очень короткое. Я даже не знаю, что они там хотели изобразить, но первые слова оператора — это пиздец. Я снимаю нахуй. Я снимаю нахуй. Просто лучший комментарий за все время. Ну и вы, конечно, знаете, что сейчас произойдет какая-нибудь пиздоболия. Ой, извините, извините. Вот это прикол! Не, я был неправ. Вот это самый лучший комментарий за всю историю человечества. Вот это прикол! Я даже примерно представляю, как этот мужик должен выглядеть. Что-то типа вот этого. Такой ситуации не случилось бы, если бы машина была с автопилотом, как велосипед. Я снимаю нахуй! Вот это прикол! Это был Плюс 100500, меня зовут Максим, пока!